правительство боялось не того, что случилось с теми, кто не выжил. Для них и вашей безопасности, пожалуйста, передайте нам ваших детей. Оно боялось нас. Потому что те, кто выжили, изменились. Чего боишься? Здесь застрять. За то, чтобы мы разбогатели. У нас есть правила. И наша работа — соблюдать их. В подобном клубке бесконечных конфликтов некоторые дела можно поручить только изгою. Ну что, готовы поработать? Электрик мог быть замешан во многих преступлениях. Мне кажется, он чист. Предобед. Вы отличаетесь весьма пытливым складом ума. Сколько можно рисковать собой ради всяких засранцев, которые кормят тебя обещаниями? И попадаешь в мир, где сталкиваешься с такими вещами, как деньги, криминал, предательство. Вы пытаетесь меня запугать? Тебе не кажется иногда, что он не оставляет нам выбор? Если ты не горишь заживо, то ты, считай, не существуешь. Твоя история еще не закончена. Осталась последняя глава.